когда начинаешь это все вспоминать, в то время икон было мало. Я имею в виду вот в то время, когда вот, ну, вот мое поколение, мы начинали. А современного искусства никакого не было. Слышал про какой-то черный квадрат, а что это такое, никогда не посчитал, даже не знал. Когда увидел, не очень удивился. В Лондоне увидел, не очень удивился. Вот. Даже как сделано вообще, все это как-то, ну это все понятно. Вот. Значение тоже было понятно, вот значение всего этого такого события, тоже все это было понятно. Но видишь, когда до этого, например, выставки оригинальные, ну, выставки, не просто репродукции, ты видишь выставку там Брака и Пикассо. Здорово. Вообще интересно. Потом следующий еще кто-то и так далее. А голова начинает тоже пухнуть в эту сторону. Вот, начинаешь думать и понимаешь, что это надо перескочить, вот надо быстрее пройти, как можно быстрее, по-своему идти туда, через это надо, ну, все понятно, но надо идти дальше. Вот. А куда дальше? Дальше только вот, ну опять же, самого себя, никуда еще дальше, самого себя. Для меня даже вот этот станок, то, что он здесь стоит, это для меня было самым главным, чтобы станок стоял в доме, который запрещен властью. Вот просто он запрещен. А я хочу делать эту самую гравюру Афорте тоже, не только Рембрандт, но и я хочу. Хотя я не Рембрандт, но вот хочу. Вот. Тем более я люблю это, мне нравится. Ужасно нравится. Сейчас вот глаза вот уже старые, ты так не видишь. А вот даже так, вблизи нужно очки одевать, все. А тогда... Ты острое зрение, ты мог вот на таком клочке там все изобразить, бог знает, там нарисовать там и там вот что. Вот. Потом это был как, вот, театр внутри тебя самого, ты там живешь, ты делаешь, создаешь свой мир. Ну, там в нем живешь, обитаешь, все. А иногда эти фантазии оттуда вылетают, они на тебя идут в реальность, и ты хочешь и здесь быть таким же. Я себя не очень считал человеком 20 века, уж не говоря про нынешний. Я как-то все больше ощущал себя человеком какого-то прошлого, 19 века. Поэтому у меня нет там знамен, пятиконечных звезд, там, серпов и молотов, ничего этого нет. Как будто мимо меня это все прошло, помимо меня, а мне это не очень коснулось. Что было вот в этом самом пейзаже, вот в московском, который я рисовал? Одни рисовали пейзажи, просто пейзажи. Накапливались какие-то отдельные пейзажи. Такой пейзаж, этот пейзаж, это вот ему нравится там-то писать, там-то, там-то, там-то. А этому вот нравится это, или там вот модель такая-то, модель такая-то. А мне было просто интересно вот видеть вот... Вот передо мной тополь, и все, что с ним происходит. Если у него там ломалась какая-то веточка, для меня это уже был конец света. Такая была красивая веточка, ее сейчас нет. Потом, потому что я все это рисовал, но не без всякого натурализма. В Лондоне зимой, там где я работал, там также был холм, как сейчас здесь. Я работал вот так вот, и мне нужны были баньки. И окна одинарные, потом дверь в этот самый... Бакдор, в сад. А, ну, там все, щели и так далее, в общем, холодно. Тесно, холодно и сыро. И подпол был всегда сырой. Ну, я когда их увидел, первое, что я их стал, вот просто так взял, нарисовал кистью быстрым, потому что они такие красивые были. Там еще был один двор, вот это совсем, в общем, такой, ну, совсем такой вот заводской такой момент. Слушай, это тоже делалось в 80-м году,
Ну, это говорит о том, что вот какая-то странная ностальгия была. Она не такая ностальгия, когда ты начинаешь, может быть, там по поводу этого там, в общем, переживать, волноваться там еще. Нет, совершенно, абсолютно нет. Но это вот визуальная ностальгия. Вот то, в общем, что окружало. Потому что, ну, Лондон город как город. Он тоже, в общем-то, чужой город, к нему надо было еще привыкнуть. И любая форма, которая там была, ты не знаешь, откуда, ты понимаешь, откуда она, ты понимаешь ее назначение. Но вот саму историю возникновения вот именно этой формы надо было это где-то иметь уже от своих предков, там, не знаю, там, которые жили на этой земле тысячу лет или 2000 лет. Ты понимаешь, что ты транзитный пассажир здесь. Чтобы понять это все, времени не будет у тебя никогда. Тебе не хватит. У тебя корней здесь нет. То есть ты не как вот эти шагающие по снегу деревья, которые выросли, а корнями ушли в землю далеко. Вот они идут по снегу, но корни у них там. Мы вернулись в очень трудное время. И для себя, и, в общем-то, и для России тоже. Не очень хорошее время, трудное. Всегда, когда вот эти вот такие моменты, они такие непонятные. Вот. А нам было очень трудно это по нескольким обстоятельствам. Одно это, этот дом все равно рушился. Денег у нас не было, чтобы что-то купить или там что-то такое где-то снять. Там. Ничего не этого не было. А с галереями никогда нельзя на них быть в надежде, что это навсегда. Поэтому я с самого начала говорил, это случай. Это просто какой-то непонятный случай. С чего-то они вдруг стали делать мои выставки, что-то они показывают. Это лопнет скоро, потому что все прекратится, как у всех. Все вечно исчезнет. Вот. Ну, она так долго не исчезала, и, в общем-то, совсем-то не исчезла, потому что работы там уже живут, своей жизнью там где-то такое. Вот. А мы уже здорово подустали. Мы остались... Сын уехал. Вообще как-то... Тоже нам как-то было очень одиноко. И там болезнь, вот Динкина, ну, та первая, когда я сделал операцию, она нам подсказала, что надо еще решить, где нам кости свои сложить. А предложения были, нам, в общем, не должны были уже такой дом, а давать по площади. А могли дать только на двух стариков однокомнатную комнатенку. А что мы там в ней будем делать? Это значит, опять надо все уничтожать. Я позвонил, помню, тогда Ксении Владимировне Безменовой. Я говорю, Ксения, как сделать, чтобы работу вам отправить? Я говорит, поговорю с Антоновой и там. А я поговорю с Антоновой, Антонова поговорила там с культурной атташе, они там приехали к нам. Она сказала, говорит, упакуйте, напишите там только список, сколько работ там и так далее. Какую-то цену назначьте на них, и мы отправим через посольство. Ну, они так и сделали. Отправили на адрес центр, Горбачевский центр, оттуда Бажанов, Ксения Владимировна и кто там был из Третьяковки, по-моему, это была... А, Оксана была. Ну, в общем, это вот в основном, в общем, вот они взяли эти работы и все. А остальные оказались в Америке, оказались в колледж, это Дюк университет. Надо успеть что-то сделать. Это самое главное. Сейчас то же самое. Вот этот вопрос у меня самое главное сейчас. Вот успеть что-то сделать. Я бы хотел бы, но вот я не могу сейчас. Почему? Да потому, поэтому и так далее.
Потому что то, что было сделано, ты смотришь, ну, это было сделано, а у тебя постоянный голод, ты хочешь еще сделать. Это не просто ты нарисовал, а ты утолил себя. Как бы там напиться там, воды там. А так вообще, вот сейчас самое главное вопрос, успеть.